Привет, ребята, меня зовут Антон, мы продолжаем играть за Бадинку Фазик Риберт. И на этот раз у нас будет новый персонаж, у которого в активном слоте есть сердце, и вообще он панк. Да, замечательно. По характеристикам, в принципе, ничего особенного. И в инвентаре у него есть BFF, то есть все друзья будут у него большими. Давайте, давайте, мы с вами сейчас будем сражаться. Мы с вами будем сейчас сражаться, товарищи. Вовремя, кстати. Я чуть бы урон не получил на ровном месте. Это ладно. Так, спасибо. О, а ключей-то у нас нет с вами, нифига. Это плохо. Это очень плохо, что ключей нет. Можно было бы тогда открыть этот золотой сундучок и получить оттуда что-нибудь хорошее. В теории-то, правильно? Ну, окей, ключ у нас теперь есть. А, у нас и бомба есть. Ну, давайте мы до золотой комнаты подождем. Мало ли. Ух ты, как они так вылезли? Они же, там же ничего не было толком. Вот засранцы, ты подумай. Досвидос. Так, ты молодец, что ты сюда вышел. Я с тобой не горю желанием по лабиринтам ходить. Меня это не привлекает ни грамма. Спасибо, но это сердце нам пока что не нужно. Вообще никак. И это тоже. Секретка, наверное, здесь у нас, да? Угу, точно. С большим количеством бомб. Ну окей, пригодится однозначно. Вот и золотая комната, которая, надеюсь, будет чем-то полезной. Но она большая, поэтому пара предметов точно будет. Как-то щедро было монетку дать. Что? Как эти мухи угрожающе приближаются. BFF это... Ой, прыжок это хорошая штука. Можно через пропасти прыгать. И пикак, что ли? Нет, это димджап. Ладно. Давай. Ты нам что дашь? Монетки. Я все-таки останусь с джампом, пожалуй, потому что... А хотя нет. Зачем? Сколько заряжается? Каждую комнату сердце заряжается. Да ну нахрен, а чё? Не, эта вещь пригодится. Очень пригодится нам. Коль каждую комнату можно заряжать, так это вообще-то на имба. Самое натуральное причем. Имбовая имба. Осторожно, осторожно. Ну что ж ты такой некультурный-то? Ишь ты какой нехороший, блин. Еще эти черепуны, летающие нам, жизни сносят хорошенечко. Не, нам надо урон повышать однозначно. Причем капитально. А то что-то он какой-то пока у нас дерьмовенький, откровенно. Все-таки пауки нас поймали, да? Но ничего. Мы вырвались из этой западни. Очень дерзко. И урон, конечно, у нас просто пипец. Ужасный. Ты, конечно, уже этого паука туда стреляю. Офигеть вообще. Так, апгрейд на здоровье, спасибо. В принципе, больше ничего тут интересного нет. Пошли дальше. Твою мать, я, кажется, сундук забыл открыть. Ну, ладно. Не суть как важно, да? Ключа нету. Я встаю, короче, обтираюсь об эту дверь. Замечательно вообще. Ай, блин, взял сердце, нафига? Понятно. Я только что понял, что я взял. Да. У нас урон стал больше, но при этом все сердца стали черными. Зашибись вообще. Так. Больше удачи. Больше удачи. Range down. Теперь пилюля. Да. Я понял, что у нас не хватает монет. Как бы нам ногу Кайна взять? Может вот так? Опа. Может быть, и наберем. Да. Спасибо.
То есть даже так, да? А вдруг у нас в этом ящике что-нибудь полезное будет? Мало ли. Ну, как полезное? Ну, синенькие сердечки. В принципе, неплохо. Очень даже неплохо. А ключей у нас по-прежнему нету, но зато босс-комната открыта. Замечательно. Ага. Хороший тринкет нам позволяет открывать золотые сундуки без помощи ключей. Полезная вещь. Ух ты, нифига себе, далеко стреляешь. Зверевший какой червь. Ты только подумай. Воу-воу-воу-воу-воу. Это серьезная заява. Мы еще эффект страха на него наложили. Чтобы он был не в попад, да, получается. Ах ты ж. Вот это тотальная дерзость, ребят. Ай, папа, вот эти ребята, они очень нехорошие. Они очень нехорошие. Не надо. А вот теперь у нас ключей. Реально дофигища. Называется, бери. Не хочу, да? Tears down. Ну, замечательно. И, кстати, только сейчас обратил внимание, какие у нас огромные братики. Хотя зря. Зря я отмычку оставил, надо ее взять. Не полениться. Вернуться за ней. Тут гадина попала такая. Слота. Оу-оу-оу-оу-оу. Дикие необузданные твари. Так. Ну да, понятно. Одну бомбу променяли на дополнительную бомбу. Ну и хорошо. Стоп, я же хотел за отмычкой вернуться. Давай. Секретную комнату мы, по-моему, еще не открывали. Но я предположу, что она здесь находится. Угу. Правда, в ней толком ничего полезного и нету. Но это так, мелочи. И я предложил батарейку взять в магазине. Но она нам нафиг не нужна абсолютно. Так что мы от нее откажемся. Давай. Как же хорошо открывать сундуки вот эти золотые и при этом ключи не терять. Как мы урон получили? Он прям в меня, что ли, пауком прям в лоб выстрелил? Это сейчас будет веселье. Ну и что ты там? О, придурок-то. Хорошо, я постою, подожду, пока ты сам сдохнешь. Во, придурок. Ну, сам на костер налетел, ты подумай. Это ж надо таким быть. Идиотиком. Ну ладно. Так, я что предлагаю? Вернуться за синим сердцем. А дополнительное синее сердце нам дадут в начале следующего уровня, как в принципе это всегда здесь и бывает. Хардкорный какой панк получается, а? Давай, потопали. Так. О, чуть не забыл про это синее сердце. Дерзко. Блин, этот ребеночек, он стреляет как-то криво, конечно. Совсем не то, что нам надо. Ладно, давайте мне уже золотую комнату. Не телитесь тут. Причем хорошую комнату. Уйдите. Уйдите. Мерзкие бомбы. А, ну замечательно. Хорош. Оу. Так. Все, нормально. Это хорошая вещь. Очень. О, паучок тоже замечательно, вообще ништяк, слушайте. Я не понимаю, зачем тут ключ лежит под замком. Ключ на ключ, что ли? Больше слез. Что у нас там теперь? Ну, в принципе, урон-то не шибко повысился. Если честно сказать. Ну, это намек на то, что весь комната секретная, что ли? Не, нифига. Опа, осторожно.
Вот, магазин хорошо. Надо будет его сейчас посетить обязательно. И синий камушек, кстати, открыть. Боевую комнату тоже в идеале надо посетить обязательно. С карты-то на телепорт. Почему нет? Так. А, кусок мяса за 15 монет, да. Фактически вещь, помогающая нам делать орел из мух, так называемый. Но я так и знал, что здесь будет секреточка. Амнезия, зашибись. Меньше удачи, больше удачи. Хорошо. В принципе, я уже помню, где я что открывал, где я что не открывал. Так, значит, пойдем сюда сразу. Не будем тут мотаться по этой дикой-дикой карте. Идите вот сраку. Сраку, сраку, сраку. Еще раз сраку, кому сказано. Опа. Мышка нехорошая. Мывка нехорошая такая. Какая? А. Еще кто-то остался? Не, босс. Это что такое? Ты что такой красный-то? Он, походу, на солнце загорал долго. Что это он харкается так активно? Ух ты ж, блин. Паровоз. Фига себе, чего творяет. Собака какая. И все? Это все, что вы можете предложить? Ну и ладно. Пойду я отсюда, раз тут амнезия. Делать там было нечего. Надо было синенькое сердечко взять за. Почему я не взял синенькое сердечко? Никому не известно. Шикарно. Просто великолепно. Да еще и так. Здрасте. Так, с вами, по-моему, долго болтать не придется, да? Не пришлось. Опа, синий камушек сразу же. Подонки. Окружить, что ли, решили? В душном помещении маленьком. Не получится, я вам дал отпор достойный. Так, что у нас тут? А, ну поскольку мы еще один ключик взяли, я просто возьму этот телепортер, чтобы он просто больше у нас не появлялся. Понятно? Хорошо. Да и валим отсюда. Мне какая-то отстойная золотая комната попалась. Вообще ни о чем. Ну и пофигу. Хорош, вы тут ползаете, все ползаете. Паскуды такие. О, босс-комната, это хорошо. Босс-комната всегда можно прийти. Ой, как нам пригодился-то этот наш ребеночек. Очень пригодился, молодца, красавчик. Так, давай выше. Вот, прекрасно, готов, ублюдок. Ну что, давайте посетим босс-комнату, что ли, да? Конечно, телепорт бы пригодился сейчас в босс-комнате, ну ладно. Ладно, уговорили. Главное, половину белого сердца не взять случайно. Что-то как-то долго выносится, не? Подонки какие, ты подумай, а? Ну... Ладно. Вынесем, вынесем. Я думал, что мы можем наступать свободно в жижу. А где половина белого сердца? Мы что, просрали ее уже, что ли? Я не понял. А, нет, вон она болтается там. По-моему, это половина белого сердца в свободном падении находится.
А, это они притягивают. Все понятно. До свидания. Птичка еще помогает нам, да? Неприятный босс очень. Признаюсь честно. Хорошо. До свидания, почти сдох. Ой, блин, ты че меня так обманываешь? Хитрюга. А, ну здрасте. Ой-ой-ой, еще этих несколько. Не надо, ребят. Так. Ну началось. Начали сердца терять, черное, это нехорошо. Сейчас мы их сделаем. И пижам тоже, которых наспамили эти ублюдки. Вот типа того. Готов. Теперь пижам надо завалить. Да давайте, блин, осталось-то вас немного. Все. Офигеть. Я не буду брать пока половину белого сердца. Ну нафига. Зачем-то открыл несколько золотых сундуков ключами. Ну это да, это я только так умею. Без сомнений. Не надо, не надо так угрожающе к нам подступаться. Ишь, что удумали? Засранцы такие. Не надо так вещи делать. Не надо так вещи делать. А, это выражение замечательное. Вещи делать не надо так. Ух, чуть-чуть. Блин, скорее бы уже магазин, а. Где он там? Лабиринт устроили. О, замечательно. Что за карта? Надеюсь, что-нибудь полезное. Солнышко. Шикарная вещь. Так, скидка. Давай. Так, синее сердце по-любому надо взять. Давайте. Штука, которая нам позволяет ходить по шипам. Полное здоровье, ни о чем. Пускай ключик будет, ладно. Эх. Жестоко все это очень, причем. Ну-ка, осторожно. Блин, как жалко, что у нас еще нет одного ключа. Было бы реально весело. По-моему, этот червяк... Нет, я думал, он взорвется. Оказалось, что не взорвался. На удивление. Секреточка у нас случайно не здесь? Да, здесь. Угу, вот оно как. Давай. Не. Заманчиво, конечно, я откажусь. Потому что в магазине мы все приобрели. Ну да, было несколько сундуков, а стало фиг знает что. Нормальное явление. А, попадам, однозначно. Вот так. Спасибо. А вот и босс. Я думаю, сейчас мы его быстро завалим. Активно так. Чувак-то один остался. Ну что у нас тут? О, нормально. Что? Это какой-то странный босс. Это, он был показан-то иначе. Что за троллинг такой, не понял. Ух ты, гад. Пенис ты. Хороший. Вот это жесть. Это какой-то новый босс, да? Ну или маленький, увеличенный до размеров огромного.
Все, готов, съежился. Спасибо. Так, и надо еще половину белого сердца забрать, да? Сера. Сера, сера, сера. Эта штука отличная, вообще великолепная просто. Так, голова Гаппи. Давайте возьмем. Пускай будет. Хотя бы реальная польза от нее. Так. Ну что, надо пойти теперь возвращать. Оп. А, я же забыл, что можем по шипам-то ходить с помощью тринки-то. Да-да-да-да-да. Кстати. Хотя бы от батареи будет прок. Не, просто... Что получается? Что вот это красное сердце нам не нужно оказалось. Где мы там? Да, все вспомнил. Нам оно не нужно оказалось, поэтому я взял голубу Гаппи. Ну или Гуппи, назвать кому-то удобнее. А так хотя бы повышается шанс стать Гаппи. Урон у нас стал еще выше, это очень круто. Но одно красное сердце не помешает, на самом деле. Всегда от него будет польза и прок. Блин, тут идти пол уровня, даже больше. Офигеть можно вообще. Давай уже, топай. Топай-попай. Босс? Ой, босс, фу. Боевая комната. Давайте попробуем, фиг с ним. Так, о, лапка Гаппи. То есть у нас шанс стать Гаппи. Давай, давай, один раз, один раз, один раз. Все замечательно, спасибо. Всю грязную работу за нас сделала. Курва. А у меня длиннее выстрелы. Серьезно? Не, с косами прикольно. Еще бы только урон у них повысить. Они же как бы прокалывающие считаются. Вообще ништяк тогда будет. Просто ништячок. И не забывайте использовать голову Гаппи вовремя. По назначению. Серьезно? Вот так-то. Хотя бы от мух будет какая-то польза конкретная. И ключей много становится. Это приятно. Правда, пока не знаю, где у нас секретка может находиться, в каком именно месте. Ключи вообще что-то как-то зверски много дают. На удивление. Чуть ли не каждую комнату. Не надо. Не надо. Нехорошими вещами заниматься. Мамин нож. А, ну это защитный мамин нож. Вообще круто. Причем огромный мамин нож. И защитные слезы. А теперь у нас выстрелы будут далеко не такие красивые. Ну ладно. Давайте мы симух сейчас наспамим. Побольше. Пригодится, по крайней мере, я считаю. Так, далее. У нас еще есть магазин, от которого проку никакого. Здесь видос. Чувак, ты тут долго не просидишь, мать твою, успел ударить. Нехороший. Так, где еще один? А, вот ты где. Что там выпало? А, нет, еще один там остался. Зачем я два ключа тратил на батарейки? Даже сам теперь не понимаю. Бывает же такое, да? О, к магазину телепортировали. Спасибо. В принципе, мне это и надо было. Правда, зачем нам магазин, непонятно. А, ну у нас тут что? У нас тут босса. Ух ты ж, ёп.
Да вы чё? Зверьё. Это комната какая-то дикая. Так, минус один. Готовы. Па-па-па. Нормально. Я не ожидал, что будет такая комната. Что будет такой магазин веселый. Да. Понятно, ничего не, даже нормального не дали в этом магазине. Засранцы такие. Ага, он теперь маленький стал. Чё? Пройти что нельзя тут? Чем дальше, тем веселее, как говорится, да? Бывает же такое. Опять говно. Что будешь делать? Ты какая-то мания, что ли, на какашке? Нездоровая. Мы тут бомбу поставим, мало ли синие сердечки дадут. Ни одного. Жадная кретина. У нас там есть одно синее сердце, но мне лень за ним возвращаться, я не пойду туда. Так, ну здравствуйте. Да и чё, мне-то пофигу. Я по шипам-то могу ходить. Поэтому меня тут бесполезно запугивать. За вас могут дать предметный урон, да? Причем хороший. Не, предметный урон нам не дали. Нам дали дружка. Ну, этого. Такого дружка, который живой. Не, ну тот дружок, который между ног, он тоже живой, но этот как бы... Ну он как маленький ребенок. Хотя тот тоже как маленький. Ну ладно, в общем, вы поняли, о ком я говорю. Ну па-па-па-па. Да что ж ты такой железный? Вообще зверел. Ишь, вы тут распоясались. Головки свои тут выставляете. Я вам тут выставляю головки. Нифига. Тут только я могу головку показывать. Да. Секретка. О! Понятно. Отстойная секретка. Я от нее ожидал большего. Признаюсь честно. Я уже собрался куда-то дальше идти, короче. Иду там, стенка. Типа, ты уже куда идешь-то дальше, игра говорит, ты чё? А, у нас же это, у нас же скидка есть. Давайте. Больше тринкетов, так больше тринкетов. Вот так вот. Фейтфаб будет. Еще в прибавок. Ути, чтоб тебя. Уйди ты. Да шти, блин. Во, все шикарно. Так, золотая комната у нас здесь была. Нет, золотой комнаты у нас здесь еще не было. И не зря я сюда зашел, по-моему, one up. Все понятно. Спсу. Я теперь понял, что там. Давайте мне золотую комнату. И босс комнату тоже можно. Ой, нет, ну знаете, нет, я вспоминаю предыдущие комнаты, и что-то у меня всякое желание отпадает, короче. Абсолютно напрочь. Я не знаю, может батарейку с собой взять? Не, фейфап возьму. А ключи я не буду брать. Магические слезы. Спасибо за ерунду. Так, паучья жопа. Которая по факту прок ноль. Так, это такой босс, что ли? Я не понял. Половину я сам уничтожил, половину на кровавом поносе. Саму себя избило. Подождите. Я думал, что это уже такой босс основной, понятно. Хорошо.
у нас, кстати, что? Это у нас старые глубины, это мамочка уже. Ладно. Так, что это такое? Амнезия. Обойдусь. Нафиг эту амнезию в попу. Здрасте, ведьмане. Привет, мои хорошие. Нет, 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 ты не перди, пожалуйста. Это плохо. Это нарушение всех норм этикета. Не учили? Что нельзя пердеть в культурных местах. Чуть не нарвался на кровавый понос, зато ключ взял. Ну чё, готово? К экзекуции. Маман, к экзекуции готова. Это... Гадина. Она же нас без здоровья оставит тогда. Подлючка такая. Ладно. Так, прекращай, тут мне всю арену раздербанило уже. Ты твою мать. Что-то как-то я расслабился совершенно. А ну, с другой стороны-то у нас ванап есть. Правда, не знаю, сколько сердечек нам тут ванап поставит. Наверное, одно. Я так предполагаю, да? Эх. Так, ну и стесняшку можно оставить. Он, в принципе, ни в чем не виноват. Его тупо используют в своих меркантильных целях. Не надо. Блин, долго мы ее валим, офигеть. Блин. У нас так здоровья не останется, нифига. Это хреново. Это очень хреново, признаюсь честно. Да давай уже. Ох, опасность. Опасность. Маман, будь осторожнее. Не топчи собственного сына. Это ж твой сын. Ты что с ним творишь, такая стерва? Хочешь, чтобы он в армию пошел? После таких вещей нужда, как он панком стал. Сейчас скоро пойдет служить. Он сердца теряет. Больше звезд на погонах будет. Давай, это возьмем. Все, что ли? Все, ну пошли. Да, сердец у нас с вами до хрена. Прям девать их некуда. Ты что, стерва такая, достал. Чё здесь? Да пофигу, короче, давай, насрать. Будет вылезать теперь из засранца. Знаете, сердец понабирали с вами. И все эти сердца посрали, короче. В этой же комнате. Красота. Ну и босса еще в придачу, да? Прелестно. Прелестно. Зашибись. Еще и двойного прибавок. Для полноты ощущений, да? Называется жизнь медом, мне казалось. Ладно, и не с такими справлялись имбецилами. Это вот это, не расслабляйтесь мне, не расслабляться, твою мать. Вот это реально подстава была только что, офигеть. Да куда? Куда я чё? Это ж, у меня даже слов нету. Это я думал все было. Охренеть. Пипец. Зашел, называется я. В боевую комнату, бля. Сколько там волн было? Пошли вы в жопу, я бомбу поставлю. Я вообще с вами теперь связываться не буду. Идите в сраку. Ни с кем из вас. Ова. Не надо за нами идти. Хитрый майор. Автомат с кровью обойдется без нас. Так, ну чё? Понятно.
Нам дали целое одно сердце. Вау. Зашибись просто. Да. Одно сердечко. Это ж как это? Это ж прям нечто. Ладно. Спасибо. Давай, мало ли, может пригодится. Ой, еще и пипс. Еще и пипс. Понятно. Замечательно. Что ж, друзья, надеюсь, вам данный выпуск понравился так же, как и мне. Ставьте палец вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.